еще не завершила свои разборки. 2-0. Шохина сделает как надо. И это четвертая шайба Анны Шохиной в этом плей-офф. Классно, классно, классно. Анна просто молодчина. Так, и ответ торнадо Савонина. 3-3. Смотри, здесь подхватывает шайбу и вот так вот заряжает. Да, здесь Чаева шайба не касается. Встречная атака, полетели просто челябинки. Кулешова. 1-2. Виктория Кулешова в девятку попадает. Посмотрим на повторе. Да, передача на Кулешову и из-под защитника. Из-под игрока бросала Виктория Кулешова там между коньков. Хороший бросок и классный гол. В исполнении нижегородского коллектива. Это Евгения Балабанова, по-моему, 11 номер. Прорвалась как следует и щетка с кистей бросила в дальнюю девятку. 4-0. Со своим оппонентом. Торпеда в атаке на дальнюю штангу. Ну и вот первый гол. И вот первый гол в этом матче. Была в регулярке. 41 игра, 68 очков. 38 голов, 30 голевых передач. Плюс 52 показатель полезности. Какие здесь еще нужны комментарии? Шкалева получает заслуженные аплодисменты. Браво! Хорош перевод и гол. Еще один. Елизавета Дубей делает счет 2-0 после отличной передачи от Илоны Марковой. Хитрый пас получился у Марковой прямо на пятак, где Елизавета Дубей оказалась первой на шайбе. Проворова обыгралась, передача и нет. Тетерина теперь не удается переиграть Машкова и пошла. Здесь драка Чегошева. Так, 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 ух ты, что у нас началось-то? Такие вот эмоции в концовочке, да, это плей-офф. Маркова. Вот бросок, и вот она, еще одна пушка страшная, Анна Свиридова. Третий защитник Агидели в сегодняшнем матче отличается. Вот он, мощный бросок, ну и сложно было среагировать Новиковой на... Очередная волна позиционной атаки. Агидели, пас, бросок и Новикова, браво! Брависсимо Ксения Новикова, которая в третий раз за неполную минуту выручает свою команду, вытаскивает ее. Савонина пошла сама вперед по борту. Завезла шайбу классно и сохранила у себя. Савонина что творит? И забивает шикарный гол. Ну а так хотя бы все равно в третьем периоде порадовать местную публику. Двумя заброшенными шайбами. Ну вот одна-две я на это и ставил. Но возможно еще будут. Такой запал у торнадо, конечно, серьезный. Все просто внимательно наблюдают за тем, что происходит на площадке. А вот Кадирова и ее техника. Фануза Кадирова. Бросок низом. Гол! Да! Шайба в воротах! Орищенко. Да, решение принято. Все, быстро, быстро решили вопрос. Но опять же, да, вспоминалось, что она, в отличие от остальных хоккеистов Бирюсы, является, в своей карьере была финалистом. Разбирается Кривошеева здорово, да, автор лучшей, самой эффектной шайбы февраля. Вот здесь тоже разобралась здорово, ну,